Мы с двоем чуваком и классно выживаем. Ребята, зомби не могут нас убить. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кефирчик, Парадокс, Дарк Драго, Хунзил, Но Трейди. Как всегда, очень много классных подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Добрый вечерочек, ребята. Сегодня мы играем на карте Gravity Falls, и на этой карте завелись хедкрабы, которые мы должны мочить и выживать. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Пацаны, кого убивает хедкраб, тоже берет хедкраба. Так куда нам разбежаться, подожди, псих! Мы можем в этой серии, ребята, использовать пистолеты и дробаши. Друг друга не мочить сразу. Ладно, вообще не мочить. Ну там. Сейчас зайдет, пацаны, ждите, кого-то убьет. Сейчас закрывать двери. Он когда будет заходить, мы двери увидим, что открылись. Тут. Мочи его! На. Мы, короче, сделали классную тактику, пацаны. Все в одной комнате. И когда он будет заходить, мы его замочим. Можешь зомби брать любого, какого хочешь, даже быстрого, и пытаться нас убить. Я так и сделал. Давай, покажи, на что ты способен, а мы тебя вынесем. Кто сейчас выйдет, он может умереть, кстати. Лучше тут сидеть и ждать. Во, о чем я и говорю. Молодец, Парадокс, красавчик. Замочил его, как щенка. Так, закрывайте двери везде, все, пацаны. У нас, знаете, как в хоррор-ужастиках. Все в одной комнате и ждем, пока придет к нам зомбак. Опа, идет, идет. Он через селки может пойти. Он тут. Ого, он псих. Никого не убил? Меня. Убил он. Уже два зомби? Да, у вас два зомби. Пацаны, два зомби. Будьте внимательны. Можете хедкрабов и зомби брать. Еще раз, да, идет? Сразу его на тебе, щенок. Вот это было прикольно. Ребята, мне нравится, когда мы так их мочим. Они уже ничего даже сделать нам не может. Все на высоту, да, вот так будет лучше. О, можно еще вот тут на этот, на холодильничек запрыгнуть. Вот туда вот. И сидеть там. Где он? Я же слышу, он крякает. Крячка. Пацаны, перезаряжайте ружья. Заряжайте. Сейчас он зайдет вместе с ним резко. А может через ту дверь будет заходить? Сейчас посмотрим, ребята. Там. Ребята, не забываем ставить лайкосик, подписываться на канал. Мы выпускаем ролики каждый день и стараемся записать что-то всегда разное и интересное. Кстати, завтра будет ролик на 16 игроков, так что заходите в наш Дискорд, если хотите с нами записывать, ссылочка в описании. Да вы уберите свой читерскил, это хорошо. Отлично. Есть. Нет, тебя зомби убил? Да, меня убил зомби. У вас уже трое? Вот он, на окне, мочите! Серьезно, это клоновый пуш. Да, давайте чисто с дробаша Half-Life 2, потому что реально читерской пулемет. Слышишь, он тут прям ходит. Ой, я уже по-нашему стреляю. Ого, их тут! Так, заряжаемся, ребята, заряжаем. Не спешите, главное попадать четко. Отлично, вынесли. Ребята, все на высоту. Видите, они не достают. Ого, своего убил кто-то. А я случайно стрелял, что ли? Вот он, башка. Он не может попасть. Так реально, это классная штука. Он не может попасть, когда я на высоте. Слышь ты, хедкрабушкин. Так, закрывай двери. Ты тоже можешь с холодильника двери закрыть. Мы с двоем чуваком и классно выживаем. Ребята, зомби не могут нас убить. Нагнули. Отлично! Сколько уже зомбаков, пацаны? 4. 4 на 4.
Ой, фу, я уже хотел. Закрывай двери сразу. Так проще, когда он будет открывать двери, мы успеваем стрелять. Знаешь что, Дим, я не буду зомби, я сделал пагу. А кого ты? Я сделаю как это, жопа. Какая жопа? Давай этот писюн. Давай нормально. Опа, заходит. Ауч. Ну та, ты немножко... Ого, кто-то по мне попал. У кого аптечка есть, пацаны, подлечите. О, спасибо. Кто мне трогает? Красавчик, красавчик. Хорошо, то чувак, ты сидишь, кто там на холоде? Парадокс, ты хорошо стреляешь. Молодец. О, я возьму пистолет. Может, с пестика лучше будет? Не будет разброса. Короче, если издалека лучше пестиком, а если впритык, то дробашом. Короче, для вас я враг. О, пошел, пошел. Краса... Ого! Я не трогаю. Молодец, молодец. Вот он, вот он, вот он. Красавчики. И еще разок. Ты что, там до сих пор на полке сидит? Да, я сижу всю серию на полке и вас выношу. Эта тактика очень классная, она рабочая при том. Они вон там, вон там. Где? Убил. Ооо. За сколько времени я убил кого-то. Молодец, тебе респект. Закрываем двери. А мне интересно. Ой, я застрял. Ой, если стать возле двери, она откроется или нет? Наверное. Уберите свою пушку, ничьи. Дверь не открывается, когда стоишь возле нее. А... Отлично, отлично, ребята, загородил своей жопой дверь. Дима, лучше отойди. А он не откроет двери? Там никого нет. Он ломится, ломится. Ого, их там. А я выношу потихоньку, достаю, хитбокс есть. Так, за... Слышь, ты... А-а-а! Галимый! Пацаны, я вспомнил, мне надо идти в дом, на второй этаж. Я буду на втором этаже, пацаны, теперь защищаться. Тут один вход, нам будет проще. 2-2-2, заходи. Закрываем двери. Отлично. Да отвали! А, Спанч Боб умер. Блин, я так хорошо держался. Мы долго реально дом защищали. Но что-то пошло не так. Кто у нас еще живой или все мертвые? Все. Я живой. Так, пацаны, я иду к вам. Кэткраб выжил. Давайте мы возьмем фаст зомби. Давайте просто хэдкраб. Нет, хэдкраб медленный. Вот этот хэдкраб классный. А можно теперь другие дробовики? Где ты? Да, теперь кто остался в... Ну, короче, можете любое оружие использовать, кроме базуки. И, не знаю, там, ядерных бомб. Это мощных дробосов. А, я еще запрыгнуть не могу. Я заблудил. Заблудился? Нашел выход. Так, они там, да, внутри? А почему двое? Они на улице. На улице? Одни прыжком и на улице сейчас буду, смотрите. Опа! Вижу, все за ними. Давайте, стадо зомби, мочить людей! Давай, мы за тобой! Ах ты! Хорошо, ребята, я тоже возьму быстрого зомби. Пошел. Сейчас мы убьем людей. Людишек этих поганых. Да, без пыли. Да ты еще не попади еще. Да не спринтуй ты. Ого, у меня 7 жизней осталось, ты че? Я думал, я убил его. Я его не убил. Так, пацаны, а кого взять, чтобы его убить? Не знаю, кого угодно. Возьми быстро хэдкраб. Да ё-моё. Я уже хлебался, купил.
Давай, давай, давайте, все за ним, все за ним. Я знаете, кого взял? Да. С Half-Life 2. Вартигонт. Короче, ребята, этим вартигоном надо стрелять на ход. Не попал, не попал. Кто-то же убьет по-любому. Я почти снес ему ХП. Ах ты, мне ногу прострелил. Ого. Это было жестко, ребята. Че там, не попал ни по кому? Нет. Пацаны, ну что-то мы не можем их убить. Какие-то они мощные очень. Они дробаш используют, такие странные. Да? О, давайте все возьмем шары. Берите шары. И теперь будет веселье. Ну что, готовы? Давайте, все за ними. Все за ними. В одни очередь шары вход. Да вы не выживете. Не-не-не-не-не. Ой, правая кнопка мыши может взрываться. Короче, подкатывайтесь к ним и нажимайте правую кнопку мыши. И мы их взорвем. Когда вы не можете убить людей, кидайте ядерную бомбу. Не надо. Еще рано. О-о-о, я живой. А нет. Ребята, знаете, кто победила? Победила дружба. Но на самом деле сегодня победили люди против монстров. Люди затащили. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще? Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, в ТикТоке, в Инстаграме. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.